Чкаловская лестница – любимое место отдыха нижегородцев, запоминающаяся достопримечательность, объект культурного наследия регионального значения. Самая длинная мемориальная лестница в стране не только украшает город, но и укрепляет склон Нижегородского Кремля. В марте прошлого года главой администрации города было принято решение о реконструкции Чкаловской лестницы. Последний капитальный ремонт лестницы проходил в 1996 году, то есть практически 17 лет назад. И ее конструктивные элементы, внешний вид, конечно же, пришли в негодность, и надо было принимать решение о ее капитальном ремонте новом. Провели серьезные работы, в первую очередь по укреплению несущей конструкции специальными составами, армированием. На сегодняшний день эти работы практически завершены, и сейчас ведутся укладка ступеней. Восстановительные работы начались летом прошлого года. В феврале 2013 они были продолжены. На сегодняшний день ведутся работы по ремонту ступеней. На данный момент заменено около 1300 сегментов прямого марша лестницы, что составляет 70% от всего количества. Специалисты ремонтируют стены и опорные конструкции на надземных участках, а также в подлестничном пространстве. Ведется замена электропроводки, вот, сменены практически все опоры осветительные. Вот, с 10 числа планируется перекрытие подлестничного пространства Чкаловской лестницы для производства работ на фасаде. Сейчас ведутся подготовительные работы по фасаду, вот, ведутся восстановление кирпичной кладки, архитектурно разрушенных элементов, их недокомпоновка, догипсовка. Вот, то есть работа полностью по графику. К 31 августа работа будет окончена.